анонс и точная дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «В плену у прошлого». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 18 февраля. Напомним, по сюжету сериала мы видим главную героиню Веру, которая в прошлом была талантливым хирургом. Но все сложилось таким образом, что сейчас она вынуждена довольствоваться должностью патологоанатома из-за постоянной занятости на работе и заботе о родне и решении их проблем. У Веры совершенно нет времени на личную жизнь. В прошлом она была влюблена, однако бурный роман закончился не очень приятно для нее. Желая хоть немного отвлечься от проблем насущих и немного отдохнуть, женщина решает посетить родной городок, где прошло ее детство и молодость. Вот только и тут покой ей только снится. Брата Веры обвиняют в убийстве, но парень утверждает, что не убивал человека. Разумеется, женщина верит своему брату и понимает, что без ее помощи тут не обойтись. Однако, чтобы оправдать брата, Вере придется заняться поисками настоящего виновного. Вся проблема в том, что дело находится под контролем Федора, который в прошлом был влюблен в Веру. Со временем, разбираясь понемногу, героиня приближается к разгадке, но происходит череда пугающих событий с участием людей, которых она хорошо знает. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 18 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.